Сегодня варю борщ. Вот какие секреты моего борща. Наливается вода, в нее кладется кусок масла, и потом мелко нарезается луковица. Я использую сладкий лук. После того, как луковица поварилась минут 10 и пошел такой приятный ореховый аромат, туда пойдет картошечка. Я беру две картошки на довольно большую кастрюлю и ничего не солю, солить буду в самом конце. Картошка. Пока варится картошка, я подготовила несколько молодых бурячков, свеколочек и несколько молодых морковочек. Так, у меня есть вот такая штучка. Это электрический фуд-процессор. И здесь есть терка, которую я использую для этого борща. На эту терку будет натираться морковка и свекла. Потом я переворачиваю и буду натирать на эту терку вот эту капусточку молоденькую. Это шинковочка. Итак, начнем. Морковка и свекла в прекрасном натертом состоянии. Все отлично пошинковалось. 30 секунд. Теперь кладем это в суп, переворачиваем натирочку, на шинковку и работаем с капустой. Морковка, свекла и картошечка прекрасно варятся. Очередь за капустой. Капуста нашинкована меньше чем 1 минута. Прекрасно нашинкованная капуста. Очень все быстро, очень все экономично. Я не мыла фуд-процессор после свеклы и морковки, потому что все равно в супе все перемешается. Итак, очередь за капустой. В борщ добавлена ложка кетчупа, ложка сахара, чуть-чуть соль и свежая петрушка. Все. Выключили. Открыли крышкой. Дан. Готово.